В Тюменской областной думе прошла 30-я конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Секретарем был переизбран Андрей Артюхов. Он получил большинство голосов – 136. Среди основных партийных задач на этот год он назвал контроль за исполнением нацпроектов, а также диалог с гражданами и поддержка их инициатив. Это обязательное публичное предварительное обсуждение резонансных законодательных инициатив. Все, что мы считаем, может вызвать реакцию, ну, скажем так, разноплановую, мы должны заранее вместе с нашими земляками обсудить. В рамках конференции выступил губернатор Александр Мор. Он отметил, что в этом году остается приоритетом обеспечение экономического роста, улучшение экологической ситуации и внедрение цифровых технологий. По итогам прошлого года у нашего региона хорошие показатели во многих сферах. В 2018 году в экономике и социальной сфере сохранились позитивные тенденции, увеличились инвестиции в основной капитал. По итогам года вырос производственный сектор, оживился и потребительский спрос. Промышленный сектор показывает хорошую динамику.